Получить консультацию из уст представителей департамента по волнующим население темам не преминули на состоявшейся горячей линии достаточное количество граждан, чтобы можно было сделать вывод о необходимости подобных мероприятий. Однако не стоит забывать, что данный формат не единственный в рамках сотрудничества исполнительной власти и населения. Вопросы были разные, поступали звонки в основном из города Кургана, из города Шадринска. Интересовало, значит, жителей Курганской области рост тарифа на коммунальные услуги. Наиболее интересный вопрос, отмеченный специалистами департамента, касался социальной нормы потребления электроэнергии. В частности, применяются ли социальные нормы потребления электроэнергии в рамках общедомовых норм? Как ответили участники линии, на сегодняшний день в рамках общедомовых данные нормы не применяются. Департамент тесно сотрудничает с населением Курганской области. Мы даем объективные ответы на заданные вопросы. И, соответственно, через средства массовой информации доводим до сведения всех потребителей о принятых решениях департаментом цен и тарифов по Курганской области. Помимо этого, департамент работает с гражданами в форме частного приема и рассмотрения письменного обращения. На вопросы граждан также отвечали главные специалисты отдела нормативов и балансов Татьяна Соколова и начальник отдела по социальной сфере Ирина Ловкова. Алексей Старцев, Никита Ликанов, Александр Киселев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».